Начался наш поток. Артур уже отжал. Куда, пожал? Куда? От груди, пожал, сколько? Куда? А? Туда, вверх. Куда же? Это все из-за меня, они все так рекорды лично устанавливают. Давай. Сегодня 24 февраля, это значит, едем в Петрозаводск покорять или езжать. Надеемся, поживем. Леха, какие планы? Сколько пожать? Хотел-то изначально 140, но думаю, что 140 не пожму. Хотя я-то еду 2 соточки пожать, как бы, да? Нормальный вес, как, ну, абсолютно забрать. И сделать так. Да-да, можно 4-го подхода рекорд установить. Посмотрим, что из этого выйдет. Какие планы? Это главное. Лена, у тебя какие планы? Поднять задумано. Писа. Сделаем. Наше путешествие продолжается. Мы уже в Медвежьегорске. В Медвежьегорске, ну, вот на заправочке тут находимся. На пошел небольшой снежок, настроение хорошее. Владимир, есть что сказать? Владимир, подойдите на 5 минут. Ладно, едем дальше. Ну вот мы добрались до Петрозаводска, остановились на квартире, трехкомнатная квартира. Некоторые поехали покушать дежавю, а некоторые решили покушать. А некоторые сильно устали, хотят покушать и лечь спать. Пельметосом с майонезом. Лена готовит пельмени. Ключага рулит и разруливает. После продолжительной поездки надо хорошенько подкрепиться пельмешками. Мы добрались до торгового центра Lotus Plaza. Идем на взвешивание. Наша многочисленная команда. Подготовка к соревнованиям идет полным ходом. Но. Кушаем, да, мясо. Да. Скоро будем жать. Артур и судья, и спортсмен в одном лице. Куда смотреть-то? На красивых женщин. А где у вас будет соревнование проводиться? Давайте сами еще ищем. Да. Что пожелаешь мне? Удачи. И чем победы. Неудача? Мне сила нужна. Легкой победы. Штанги. Удачи, победы. Нифига я кривой. Видел, вон, болячка, видишь? Болячка. Ты хочешь, кстати, не пришла? Пора завязывать, по-моему. С чем? Супер, Кать. Нет, это 28 февраля. Понял. Лена, не волнуйся. Нет, мандраж. Жестко, жестко возьми себя в руки. Закончились соревнования. Люка, как впечатление? Что? Новый рекорд? Да. Вова, есть новый рекорд? Артур Гарникович, да, новый рекорд. Да. Да, сколько пожал? 173.
А я пожал меньше на 2 килограмма с половиной, чем Артур. Не, я пожал меньше. Так, а так в целом довольны. Как впечатление от соревнований? Все понравилось. Понравилось? Да. Саня, как впечатление от соревнований? Ну, хорошо. Вот так. Алена, все это получилось? Алена стесняется, как всегда. Алена, молодец. А я не стесняюсь. Соревнования закончились, едем домой, очень уставшие. Практически бессонная ночь, но выступлением и результатами, я думаю, ребята все довольны. И довольны только те, наверное, кто не попал в призовые тройки. Да. Но это значит только то, что... Что там? Да. Но это значит только то, что надо работать, работать и еще раз работать. А не химичить, а работать. Натуралить. Природничать. Быть природником. Завтра я жду соревнования в Белом ручье. Мы долго ждали этих соревнований. Наконец-то наступил день, когда они, ребята все-таки собрались и решили провести данные соревнования. И это очень радует. Вот так вот мы съездили в Петрозаводск.